Ну, какие комментарии по игре? Сделали все, что смогли, использовали все, что имели, не дали забить сопернику. Это вкратце так. А так, конечно, проявили характер, силу воли, потому что мы провалили подготовительный сбор, начали как бы с нуля, и сейчас только команда набирает физическую форму. Поэтому было очень трудно, особенно в концовке. Но выдержали, где-то и Зимбру чуть-чуть не подфартило. Ну, футбол есть футбол. Раз выиграли, значит, счет закономерен. Чем связана такая замена двух защитников? Часто помню. Дело в том, что один получил травму, а второй просто физически уже не мог играть. То есть сказалась усталость, поэтому и были замены. Какие-то укрепления планируются? Есть трансферы? Нет, я думаю, нет. Это все, что мы будем иметь. Мы сейчас имеем 21 человек в составе, так что можем варьировать уже составы. Главное, чтобы набрать форму. За счет игр мы, я думаю, наберем. Сейчас будет перерыв две недели. Я думаю, что эти две недели пойдут нам на пользу. После победы над Костоленами вы сказали, что сами удивлены победе. Сегодня удивлены? Но сегодня не так удивлен, потому что уже команда обрела более-менее какие-то формы команды. А с Костоленами мы действительно выходили пол состава, если можно так сказать, играли в силу своих возможностей. Поэтому я эту победу считаю как за чудо.